Вместо желаемой прибыли – убытки в 150 тысяч рублей. Такие финансовые потери понес костромской предприниматель из-за недобросовестных поставщиков семян. Бизнесмен закупил в Москве крупную партию посадочного материала моркови, салата и цветов и уже готовил товар к розничной продаже на территории областного центра. Семена хранились на оптовой базе. С проверкой там побывали специалисты Россельхознадзора. Они взяли образцы товара для лабораторных исследований. Их результаты оказались неутешительными. Почти 11 тысяч пакетиков семян заражены вредоносными сорняками – повеликой и амброзией. Если первый поражает корневую систему сельскохозяйственной культуры, то другой вызывает у человека сильнейшую аллергическую реакцию. Вся зараженная партия уничтожена. Убытки предпринимателю обязан возместить поставщик. Чтобы застраховать себя от покупки некачественного товара, специалисты рекомендуют огородникам спрашивать у продавцов наличие документов на товар. У продавца вы можете потребовать документ, подтверждающий фитосанитарное состояние пакетиков. Например, акт санитарного контроля под карантинной продукцией или свидетельство карантинной экспертизы. Если документов таких не будет, вполне возможно, что вам с семенами овощных и цветочных культур могут незаметно подсунуть семена злостных и опасных сорняков.